Утренний туман уже рассеялся, вышло солнце, и на поле разминается команды Shadows и Sassuolo. Не скажется ли тяжелая первая игра теней на результатах второго матча? Если Shadows успели разогреться на предыдущем матче, то Sassuolo только начинали свой игровой день, полной решимости одержать победу над соперником. Первые минут 10 мы играли нормально, я считаю, то есть мы и планировали играть на контратаках. Но Shadows оказались проворнее и открыли счет уже на 7-й минуте, а к концу тайма и вовсе забили 4 безответных мяча противнику. Несмотря на это, соперник показался теням не самым простым. Было интересно играть. Ну, естественно, соперники оказывали давление на нас, сопротивление. Это всегда интересно играть. Shadows очень неплохо катает мяч, и индивидуально они сильные все достаточно. Они явные претенденты на выход в премьерку. Перерыв между двумя половинами встречи оказался не как обычно, длиной в несколько минут. Игрокам пришлось ждать целый час, прежде чем выйти на поле для завершения игры. За это время можно было и разогреться, и замерзнуть. Однако игроки Shadows знали, как воспользоваться неожиданно долгой паузой. Мы сходили, покушали, подкрепились и с новыми силами забили еще больше голов. Согласен полностью. И действительно, 4 пропущенных мяча от команды Sassuolo не особо расстроили лесговтовцев, умудрившихся забить юбилейный 10-й гол на последних секундах матча. В общем, на самом деле за первую игру стыдно. Второй там мы, конечно, там что-то забили, но это было уже больше от того, что соперник перестал играть. Sassuolo отправились готовиться к следующему матчу дня, а Shadows поделились планами на чемпионат. Мы ожидаем победы и только победы, потому что нужно выходить напрямую в премьер-лигу. У нас осталось не слишком много времени, чтобы там поиграть, поэтому хочется поиграть там побольше. Поддерживаю капитана, только победа и выход выше лигу. Анастасия Мироненко, Юлия Сидельникова, специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.